Здравствуйте, дорогие наши друзья и зрители телеканала ТБН. С вами пастор Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем тему «Сила Божья». Как важно нам знать, что сила Божья, она сопровождает всех детей Божьих. И в зависимости от того, насколько мы знаем, насколько мы кооперируем с нашим Богом, и наше умение, можно сказать, общение с Духом Святым, будет высвобождаться больше силы в вашей жизни. Больше вы будете проявлять эти чудеса, знамения, которыми Бог хочет благословить эту землю. И на самом деле, наша миссия, миссия благословения. И нет большего благословения, когда Бог прикасается своей могущественной силой и восстанавливает человека, и поднимает его, и укрепляет его, и дает ему силы, и дает ему благословение, исцеляет его душу, исцеляет его тело, исцеляет взаимоотношения. Поэтому, дорогие друзья, мы сегодня хотим снова продолжать говорить на эту тему, которая принесет много и много благословений в вашу жизнь. Именно Бог сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею, разумом Своим распростер небесах. Небеса, все видимое и невидимое создано им, и все возвращается, ну, как сказать, и мы его создание, написано, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Дорогие друзья, у нас есть предназначение. Бог наш, Бог твой предназначил тебе силу. И утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Что он соделал для нас? Он нас сотворил для своей славы. Он сегодня нас спасает, и спасение его простирается до концов земли. Поэтому, дорогие друзья, сегодня Божья сила высвобождается на эту землю, и через нее люди имеют возможность возвратиться к Богу. Через то, что мы упали в грех, через наших прародителей, сегодня есть возрождение, сегодня есть новая жизнь через Иисуса Христа прийти к небесному нашему Отцу. И это все делает благовестие, который высвобождается через Иисуса Христа, потому что в нем открывается сила Божия ко спасению всякому человеку, всякому верующему. Будьте теми людьми, которые прикоснутся, которые возьмут Божью силу и понесут благословение на этой земле. И действительно, когда мы понимаем, что для чего нам необходима сила, сила для того, чтобы действительно распространять благословение Божие. И я вам скажу, что нет большего благословения, это привести человека ко спасению, чтобы в жизнь вечную. Это хорошо, конечно, когда человек исцеляется, но это инструмент для того, чтобы этот человек мог продолжать жить и исполнять волю Божию, или для того, чтобы этот человек не умер, а получил спасение, понимаете? Потому что временные страдания наши ничто по сравнению с той вечностью, когда человек вообще мучается в аду. И мы должны действительно каждый для себя это сделать конкретно вывод, пока мы живем на земле. Куда я направляюсь? Если вы не сделали решение и не отдали свою жизнь Богу, то вам надо пересмотреть свою жизнь. Или если вы уже отдали, но вы еще сомневаетесь, вам еще лучше надо пересмотреть. Вам настолько надо пересмотреть, чтобы быть уверенными. Поверьте мне, что когда уже вы садитесь на самолет отправляться, вам это не время уже проверять, есть ли у вас билет или есть у вас паспорт с собой. Понимаете? Вот вы приехали в аэропорт и потом я забыл билет, или взял ли я с собой, или что. Вас не пустят, понимаете? И если вы не уверены, у вас нет дерзновения, вы даже будете, знаете, в конфьюзе, действительно, в замешательстве. Поэтому нам сегодня надо выяснить свои отношения. Почему? Почему я имею доступ к небу? Потому что Иисус умирал за вас. И если вы уверовали в то, что Он умирал за ваши грехи, и вы попросили прощения, вы раскаялись, написано, что если мы, будучи грешники, обращаемся к Богу, и Он просим прощения, то Он написано, будучи верен и праведным, прощает нам грехи и избавляет нас, освобождает нас от всякого беззакония, понимаете? Но если Он освободил нас от беззакония, то мы не продолжаем делать беззаконие. Вот это маленький такой, очень справедливый момент в нашей жизни. Верующие, которые думают, что я уже покаялся. Поверьте, мы уже имеем опыт с людьми, которые считают, что у меня все нормально с Богом. А почему ты продолжаешь жить в беззаконной жизни? Потому что Он тебя избавил от беззакония.
Он простил тебе беззаконие, которое ты делал до того, как ты его не знал. И теперь, когда ты пришел, Он дает тебе силу, чтобы ты исполнил Его заповеди, чтобы ты законы Его мог исполнить. Не потому, чтобы постоянно тебя прикрывать. Понимаете? Благодать нужна для того, чтобы, может быть, на время трансформации, пока ты еще не уверен, пока как ребенок, который делает первые шаги. Но как только ты возрастаешь в Боге, ты должен ожидать, что пришли перемены в твоей жизни, что ты можешь быть благочестивым человеком, что ты можешь исполнять заповеди Божьи, что ты можешь любить Его всем сердцем. Вот эта сила Божья будет высвобождаться верою, которую ты будешь принимать, эту праведность, которая будет сопровождаться силой Божией. Да, я знаю, пастор Галина, что многие желали бы люди обладать божественной силой. Часто у нас искаженные бывают понятия, может быть, чтобы доминировать над другими, управлять, контролировать, но это не совсем чистый или мотив. Или чьей-то жизнью, или своей. Да, есть предназначение Божьей силы, именно чтобы свидетельствовать о Спасителе Иисусе Христе, который пришел, принес спасение каждому человеку. И смотрите, ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, невидимое вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не возблагодарили, не прославили Его как Бога, но осуетились в умствованиях своих, Писание говорит, то и предал Бог превратному уму людей делать непотребство. Не Бог так сделал, это сам человек отвернулся от Бога, от Божьих принципов, от Божьих законов, и поэтому начинается превратный ум, обольщение, и мы видим дальше, Писание нам раскрывает, что будет в последние дни, и это воистину мы видим, что тьма, она эта духовная, покрывает эту землю, но Божий свет еще светит, дорогие друзья, это новость хорошая. Господь говорит, несмотря на то, что беззаконие распространяется. Беззаконник делает беззаконие. Но праведник, он еще делает правду. И святой еще больше освящается. Но над тобою воссияет Господь. И слава Господня, сила Господня будет являться над тобою. Мы живем в мире конфликтов. Это как бы в духовной войне. Мы будем в следующих программах об этом говорить. Для чего еще сила Божья дается? Чтобы вести победоносную жизнь и брань в духовном мире. Чтобы побеждать всякое зло добром, к чему мы и призваны. Но сегодня мы говорим о том, что благовестие о Христе, о кресте Христовом является силой Божьей. Дорогие друзья, позвоните нам и напишите. Мы хотим знать, как вы думаете по этому поводу, как вы принимаете Божью силу и как вы используете ее в своей жизни. После паузы мы вернемся. Будьте с нами. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Замечательный день. Бог с вами. Бог возвещает вам о чудном своем спасении. Бог дает вам эту чудную информацию, которая благословит вашу жизнь. Когда вы обратитесь к Богу всем своим сердцем, и написано, что если вы обратитесь всем сердцем своим, Он будет найден вами. Он благословит вас. Он направит вас на путь спасения и благословения. И самое большое благословение – это знать Бога. Знать Бога и рассчитывать на то, что вы имеете вечную жизнь с нашим Небесным Отцом. В Его чудном блаженстве. Представьте себе, если мы видим, что столько чудного, когда мы рассматриваем Его творение, и мы восхищаемся, то сколько Он нам приготовил там на земле. И я думаю, верующие люди, как часто вам надо задумываться над тем, что Бог приготовил для вас. Это вам поможет, знаете, проходить эти временные трудные обстоятельства, ситуации, через которые мы проходим и встречаемся с какими-то трудностями, с какими-то, может быть, болезнями, атаками, которые враг, можно сказать, создает эту оппозицию народу Божию, чтобы мы не были эффективными, чтобы мы, знаете, с чем занимались? Постоянно занимались своими проблемами, чтобы нам некогда было делать то, что Бог ожидает от нас, спасать других людей, возвещать о Его чудном спасении. Поверьте мне, первое, о чем вы должны ревновать, когда вы встречаетесь с какими-то трудностями или болезнями, именно о том, что Бог прославился в вашей жизни. И если у вас будет правильный мотив, обязательно Бог будет с вами для того, чтобы поддержать вас, исцелить, для того, чтобы сделать вас успешным на всякое доброе дело. Воистину, ибо мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Проповедь о кресте для погибающих есть юродство,
Они насмехаются над этим. А для нас, спасаемых, есть сила Божья. Дорогие друзья, Господь сегодня высвобождает своей милостью, своей благодатью, Его долготерпение, Его милость сегодня еще продлевается на этой земле. Сегодня многие смеются над Словом Божьим, над проповедью Евангелия. Говорят, где же те обетования, где же то пришествие, а о чем вы так говорите? Но апостол Петр, он говорит, думающие так не знают, что благость и милость и долготерпение Божье ведут людей к покаянию. Вы хотите жить вечно. Это в вашем духе. Вы сопротивляетесь болезням. Вы не хотите думать о смерти. Вы хотели бы думать, как бы продлить свою жизнь, как улучшить ее, сделать комфортно. Мы радуемся жизням, которые являются на этой земле. То ли это животные или творение Божие, люди. Мы радуемся этому. Мы не сопротивляемся, мы как бы вытягиваем. Хотим участниками быть в этом. Но когда приходит уже старость, или не только старость, болезнь, или различные ситуации, мы просто всеми выборами души, мы всем естеством сопротивляемся. Это говорит, знаете о чем? Что мы хотим жить. Даже безбожники, которые отрицали, я знаю, Бога, насмехались, но когда на похоронах они кого-то провожали в последний путь, они говорили, Василий Иванович там или как, вот мы будем помнить тебя вечно. Даже до конца не сознавая, о чем они говорили, они даже возвещали ту вечность. Но я хочу сказать, дорогие друзья, есть вечность с Богом, есть вечность без Бога. Сегодня мы стоим на этом перекрестке жизни. И наш выбор, Господь говорит, избери жизнь или смерть, благословение или проклятие. Но я как мудрый советник, я говорю, советую тебе, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое навеки. Подумайте об этом слове. Навеки. Жизнь наша временная, как пар, являющаяся на малое время, потом исчезающая. Как удар молотка, так она коротка. Как цветок полевой, который расцвел, солнышко просветило хорошо, он и увял. Так жизнь коротка на этой земле, дорогие друзья. Но есть жизнь с Богом, есть жизнь вечная. Есть потусторонний мир, в который мы верим. Поэтому это не сказка, это реальность. Имеющий Сына Божия, верующий в Сына Божия, верующий в Христа, в Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И мы ждем второго возвращения Его на эту землю, когда Он нас с собой заберет. Эти люди никогда в стыде не останутся. Они имеют жизнь вечную, жизнь избытка. Поэтому сегодня благовестие высвобождается. И если вы примете слово, высвободится Божья сила ко спасению. Ваша душа будет спасена. Ваша семья будет спасена. Ваше родство будет спасено. Ведь Господь так и сказал. Спасешься ты и весь дом твой. Да, и на самом деле мы, когда понимаем, что нам дано Богом дух от Бога, это драгоценный дух, который Бог вдохнул, дыхание жизни своей. Он частичку себя вдохнул в Адама. И после этого он передается, это из поколения в поколение, можно сказать, распространяется этот дух, который движим действительно, вот наше тело носит. И я думаю, что мы ответственны. Этот драгоценный дух, который мы получили от Бога, ему принести. И когда мы, вот, знаете, с такой, можно сказать, небрежностью относимся, живем в этом временном, и Иисус сказал такую притчу о своих работниках, который слуга, уходя, оставил ему, вот, можно сказать, управление. И я увидела, я никогда не слышала именно такой интерпретации этой повествования, притчи, о том, что именно вот то драгоценное, что Бог нам доверил, что мы должны ему возвратить, мы должны ее правильно ухаживать. И он говорит, значит, ушел хозяин, и они начали издеваться над работниками своими, начали есть, пить, гулять, и думают, а не скоро придет хозяин. Типа. И сколько людей так относятся именно к своей душе и духу, духу. Душа тоже, она совместна. И понимаете, что происходит? Что они думают, сейчас я погуляю, я сейчас поживу, а потом перед смертью, если Бог есть, а я покаюсь на самом деле.
А успеешь ли? А написано, что придет хозяин в то время, когда он не ждал. Да. Вот в этом был как раз ключ, что он не ждал, а хозяин пришел. Хозяин пришел и сказал, что ах ты, лукавый и ленивый раб. Ты знал волю господина, ты знал, что от тебя ожидалось. Почему ты себя так вел? Почему ты не раздавал даже пищу, написано, слугам? А пищу слугам я поняла, что ты не кормил свой дух. Ты не питался духовной пищей, ты не читал Слово Божие, ты не смотрел передачи «Твой лучший день». Да, ты занимался, ты смотрел то, что непотребство, то, что насыщало твою плоть твою. Понимаете, плоть, которая Царство Божие не наследует. И я вижу, что сегодня столько людей, которые, вот смотрите, ради временного удовольствия они блудят. Они не думают о том, что семья рушится, у них отношения, будут дети страдать. А нет, он идет как этот волноубой конкретно. Увидел женщину, все, она ему подмигнула там или знаете, себе это. Она, чтобы деньги с него снять. Или чтобы украсть, увезти от жены, чтобы свое счастье устроить. Не будет счастья на чужом горе, понимаете? Mm-hmm. Не будет счастья, когда это не созидается Богом, не созидается mm-hmm. в Его истине. Понимаете, принесет это разрушение. Если вы были тем человеком, который сделали этот грех, сделали это преступление, покайтесь. Бог восстановит и простит, и очистит вас от всякой неправды. И то проклятие, которое нависает на вас и на ваших детях, оно будет остановлено, потому что вы обратитесь к Богу. Поэтому есть выход у вас, дорогие друзья. Принесите все, весь свой грех Богу, и мы возвратимся через несколько секунд, чтобы продолжить эту тему. Друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня воистину наш самый лучший день. Бог дал возможность жить нам в этом дне и больше всего слышать Его Слово. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила ко спасению всякому верующему. Божья сила! Псалмопевец говорит, восстанови нас и спасемся. Вот о чем пастырь Галина и делилась только перед перерывом. О чем ты говорила? О том, что действительно мы должны быть покорны воле Божией, мы должны принять эту силу на спасение. И, на восстановление взаимоотношений. Да, на восстановление взаимоотношений и хранить себя от греха. И если мы уже попались в грех, мы должны просто эту душу драгоценную, из дух наш, просто сохранить его, напитать, взрастить в этого, знаете, зрелого взрослого мужа совершенного и принести ее к Богу, уже знаете, вот которая полна даров, полна плода Духа Святого, понимаете, праведность, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Да. И все это вот это богатство, всю эту красоту принести ему уже в созревшему. А не просто, знаете, как будто мы вот уже с грехов, вот с этих похотей, с этих уже прибежали еле-еле. Вот, ой, прости, он простит. Но вы будете лишены такого благословения, такой награды, которую вы потом будете сожалеть всю вечность, дорогие mm-hmm. друзья. Поэтому лучше сегодня быть послушному тому господину, который оставил вам дух, для того, чтобы вы его взрастили и принесли Богу как драгоценность. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Пастор Галина, я просто чувствую, что есть вот это побуждение от Духа Божьего. Господь хочет являть свои чудеса, если люди будут веровать. Господь не мог совершить, написано, чудес, лишь только на некоторых возложил руки, и они получили, и дивился, не верю их. Господь хочет утверждать, дорогие друзья, вашу веру не просто на словах, но на явлении Божьей силы и чудесах. Угу. И сегодня вы можете принять. Я верю, есть люди, которые нас смотрят, которые не могут оставить греха. И сегодня Божья сила высвобождается, как чудодейственное знамение, что это способность Божьей благодати вам не грешить и победить этот грех. Потому что если мы не побеждаем грех, который владеет нами, мы рабами греха становимся. А Господь говорит через своих служителей, Он говорит, что не становитесь рабами греха и не подвергайтесь опять игу рабства. Да, человек может подумать, да я уже пробовал, не получилось. Знаете, почему у вас не получилось? Потому что вы кормили плоть, а дух ваш не кормили. Вот почему. И ваши эмоции, они склонились куда?
туда, куда ваши эмоции, они будут служить или плоти, или духу, душе. Понимаете? Духу. Да. Ваша душа, она слуга. Она будет кормить того, кто будет преобладать. И поэтому, если вы кормили больше вашу плоть, то плоть и ваши эмоции пошли туда, и ой, как вам трудно. Конечно, трудно управлять. Конечно, трудно похотью управлять. Если вы голодовали, ваш дух, он был просто истощен. Понимаете, как вообще, может быть, как детей показывают в Африке, совершенно истощенный, и уже живот уже вздулся. Может быть, в таком состоянии ваш дух от Бога, понимаете, что вы не раздавали пищу, когда Бог сказал, что раздавайте пищу вовремя, не давали вы. И поэтому ваш дух, он не может влиять на вашу душу, которая эмоционально, она будет, знаете, вот как слуга, кому будет служить. Если вы начнете себя питать Словом Божьим, начнете правильно смотреть телевидение, начнете просто общаться с Богом, и это вам поднимет вас, и вы понимаете, вы присоединенные, вы как будто бы вот телевизор, который выключен с розетки. Он может показать хорошую картину, но он не может, если он не выключен, если он выключен, не подсоединен к ресурсу, к той силе, которая... Вы отделили себя от Бога, и вы думаете, что ну как-то не получается. Возвратитесь к Богу, совершите глубокое покаяние, и через глубокое покаяние придет вот именно эта благодать, сила высвободится на ваше исцеление, на ваше восстановление вашего... Да. Вашей души, которая была уже настолько уже просто, знаете, изломанная, избитая, изранена через что? Через то, что вы просто служили, она служила плоти, а там грех, там раз... Понимаете, написано о чем в 8 главе Римляна, что если будете жить по плоти, то умрете. А написано, духом умершляйте дела плотские, и живы будете. Да. Вот как духом. В дух, когда вы накормите, тогда убьете эти плотские дела. Mm-hmm. И написано там дальше, что вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. И я говорю людям, которые вот думают, что да я не могу, вот я вот эти наркотики или там или выпивка, это все что-то, или курение, что-то меня не могу собладать. Я говорю, вы должны свои говорить конкретно о плоти. Я уже тебе ничего не должен. Mm-hmm. Я не должен тебе, чтобы жить так, как тебе хочется. Я должен единственное моему Творцу, который меня сотворил, и которому я должен прославить его своей жизнью и сохранить мои драгоценный дух и душу, и принести ему это целиком и полностью все предоставить ему для славы его. Я чувствую еще вот слово, которое высвобождается. Господь говорит через апостола Павла, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Возможно, вы проходите такую ситуацию, что с вами кто-то неправильно поступил и причинил вам вред. Угу. И это вызывает у вас такие эмоции тоже. Воздать может зло. И может даже не воздать, но вы не можете это победить. То Господь сегодня говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Примите решение. Просто... принять Божью мудрость, Божью силу, которая сверхъестественная, которая даст вам способность вместо зла, воздаяния, сделать доброе дело для этого человека. Во-первых, за него помолиться. И, возможно, что-то ему хорошее сделать. И это исполнится и действительно... вы увидите чудеса, на самом деле, которые произойдут в вашей жизни. Ваша жизнь просто радикально изменится. Да. Бог хочет освободить. Когда человек освобожденный, это великое чудо. Поэтому Бог хочет, чтобы мы служили Богу живому и истинному и не становились опять рабами человека. Да, и мы хотим помолиться за вас, чтобы вы были тем человеком, который просто, знаете, отряхнет себе всякий грех, всякий запинающий вас, запинающий это препятствующий жить для Бога. Во имя Иисуса Христа, Отец, я прошу Тебя, Господь, за тех людей, за тех телезрителей, которые сегодня увидели иную картину, увидели действительно ту надежду, которую Ты предлагаешь сегодня им, что они могут свергнуть с себя тот грех, то плотское запинающее и то плотское желание, плотское рабство во имя Иисуса Христа. Отец, мы просим Тебя, пусть будет высвобождена благодать Твоя,
Через это слово, которое они слышали, пусть придет эта сила Божья на восстановление, на исцеление их эмоций, их души, которая была повреждена, и их дух, который был рожден от Тебя, Господь, который возрожден, Господь, который Ты дал им, Господь, как это драгоценное свою часть своей жизни, Господь. И поэтому я прошу Тебя, Господь, пусть придет премудрость от Тебя, Господь, которая будет их направлять на дела правды, на дела спасения, на дела восстановления, на дела истины Твоей, Господь, которая будет, Господь, во всем просто направлять их. Спасибо Тебе, Господь, что Твоя премудрость, она будет направлять их, Господь, и Дух Твой Святой, Он будет сопровождать. И сила Святого Духа будет высвобождаться для того, чтобы они были успешны, для того, чтобы они совершили. И это явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергли нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Господь, я молю, чтобы каждый зритель был исполнен силы Духа Святого, правоты и твердости для благовестия Твоего Слова, Твоей благой вести к спасению еще многим людям, Господь. Благослови каждого зрителя, Господь. Просто вновь обнови их жизни, Господь. Вновь дай им пережить то, Господи, погружение в Дух Святой, в ту силу. Ведь вы примете Божью силу и будете мне свидетелями. Не просто мы будем свидетельствовать, но мы будем нашей жизнью свидетельствовать другим людям, что есть живой Бог, спасающий, любящий, освобождающий, дающий жизнь, полноценную жизнь, жизнь избытка, дающий жизнь вечную. Поэтому пусть ваше окружение, ваша семья, ваша страна, ваш город будет благословенный. Поэтому ожидайте Божьих благословений и принимайте их, и действуйте в вере. Во имя Иисуса Христа посылаем вам шалом.